Они честно, добросовестно выполняли свои боевые задачи по охране общественного порядка. Ну и в том числе пришлось участвовать в боевых действиях наряду с российской армией, с внутренними войсками в горячих точках. Это Северный Кавказ, где бойцы, офицеры ОМОН показали себя мужественными, настоящими защитниками Отечества, выполнив до конца свой долг. К сожалению, не все вернулись оттуда. Есть погибшие, в том числе и в Череповце, Герой России Сергей Перец. Я от всей души хочу поздравить всех бойцов, офицеров и действующих, и ветеранов, кто уже на заслуженном отдыхе, с этим замечательным профессиональным праздником. Пожелать всем добра, здоровья, но и удачи в службе, и чтобы не было потерь при нахождении в командировках.